Что поймала-то, покажи. Ай, сейчас покажу. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, какая форелька. О, смотри, какая она красивая. Ты подлези. На что поймала? На что? На червячка. Ой, мамочка, ой, мамочки. Ой, какая. Ну, поздравляю. Спасибо, слушай, очень. Привет, друзья. Сегодня 25 февраля. В народном календаре Алексия день. Считается, что в этот день утренняя заря силу особенную имеет. Бог проснулся и смотрит на мир. Поэтому и старались большинство обрядов утром на заре делать. Также считалось, что сегодня мелкая рыбешка начинает просыпаться. Поэтому с раннего утра сегодня шли на рыбалку мужики, деды, детвора и женщины. Первую рыбку обязательно отпускали. А сначала ей желание заветное нашептывали. Если это была крупная щука, то к удаче скорой. Если щука сорвалась, то хорошей рыбалки уже не получится. А любая крупная рыба к хорошему урожаю. После обеда начинался большой рыбный пир. Готовили рыбные супы, жарили рыбу, запекали, пекли пироги, рыбники. Каждый ел столько, сколько хотел. Не давали только малышам, которые еще не умели разговаривать. Считалось, что ребенок возьмет у рыбы всю немоту. Также сегодня шестой день масленицы, Золовкины посиделки. Честь оказывалась сегодня семье мужа. Молодая жена приглашала на блины родственников своей второй половинки.